Всем привет, привет, мои хорошие. Вот ни с того ни с сего набежала тучка и хлынул дождь. Ни с того ни с сего. Ничего не предвещало дождю сегодня. Ой, как пахнет приятно свежестью. Начинает уже чувствоваться осень. Там вон уже в аллее видно желтые листья у бордюров насыпанные. Ну, такая вот уже осень, дожди. Мы сегодня хотели съездить в лес на прогулку. Теперь не знаем. Вот такая вот у нас сегодня погода. На улице дождь. А у нас сегодня вот такой вот ужин. Картошечка с грибами. Немножко у меня сметанки было. Добавила чуть-чуть сметанки, перчику посыпала. Аромат стоит, конечно, обалденный. Вот такие вот у меня сегодня грибочки. Вкусные. Вкусный ужин у меня сегодня будет. Ах. Приятного аппетита всем, кто кушает. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Вот так вот протекают наши выходные. Владюша нарезает яблоки. Яблоки нарезает вот сюда вот в сушилочку. Это только первый лист сушилки. Еще 4 листа будет нарезать. Дима здесь у нас пишет алфавит. Правда, уже забыл. Буквы местами поменял. Повторяем алфавит. Пишем. Вот так вот. Тоже намываю яблоки. Владюша еще, чтобы нарезал на сушку. Сейчас еще покажу. Еще груш намыла целый пакет. Здесь намыла целую чашку груш. Не знаю. Влад просит пюре. Ой, пюре. Повидло с груши. Ну, она такая твердоватая, но она сладкая. Ну, твердоватенькая, не знаю, попробую пюре сделать с нее. Тут немножко, что тут, ведерко, наверное, 7-килограммовая. Ну, пюре яблочное, так говорят, что ты говоришь, какое. Грушевое. Такие вот у нас дела. Идет полная переработка фруктов, яблок, груш. Вот такие вот грибочки получились у меня. Здесь белые груздья и пару штук этих подосиновиков. Просто уже их некуда это девать было. Куда я их 2 штуки дену? Так, я их сюда вместе с груздями. Вот они. Вот темненькие. Такие вкусные грибочечки получились у меня. Как я и готовила рецепт. Смотрите на канале. Готовим легко и просто. Ссылочка будет в описании под этим видео. Здесь у меня варятся грибочки. Вкусненько так пахнет, варятся грибочки. Вот так вот я подписала все баночки. Грибы, повидло, икра. Наклеила скотчем бумажечки с названием баночек и с годом производства. Чтобы потом знать, что же это за баночка, когда я ее сделала. Уже все, сумочку сложила. Это означает, что эту сумочку, эти баночки, нужно уже отнести в подвал. Они уже готовы на зиму к хранению. Всем привет, друзья! Наконец-то дошли до нашей аллеи. Березовая, еловая, липовая аллея. Чистят вот ее от лишних веток. Пилят все. А то все позарастало. Все позарастало абсолютно. Вот не только липа и ели, но еще и карагач. Ну, тут что-то под балконом пилят траву. Начальник, видимо, сидит в машине. Вот такое вот у нас сегодня утро началось. Наконец-то. За лето заканчивается, они только начали делать это все дело. В прошлом году 2 раза убирали эту аллею, спиливали вот эту. Карагач растет, клен, карагач забивает всю аллею. А в этом году вот только осенью взялись. Шум такой вообще. Вот.
пилят там. Мужики работают. Очищают нашу рощу. Я их тихаря пытаюсь снять. Listen to my heartbeat.